Тамара Константиновна, ну сейчас, наверное, аспиранты получше, чем были. Я бы сказала, их много, но в данном случае количество не переходит в качество. Может быть, даже наоборот, вопреки всем теориям диалектического материализма, количество в данном случае не переходит. Их много, но они мелковатые. А сейчас вот, хотел сказать, сельский целевой как-то, как наш, в принципе, был, сейчас уже, наверное, не набирают, да, в основном? Ну, в смысле, нет, вот целевая у нас есть, у нас очень много по нашей кафедре целевиков. Правда, их принимают без обязательств или как-то... Без гарантии. Да, без гарантии на распределение на нашу кафедру. Но как-то все устраиваются, пытаются... Сейчас кафедра во многом обновилась за счет тех, кто закончил нашу аспирантуру. На кафедре много молодых. Наряду со старыми кадрами много очень молодых, это те, кто окончили аспирантуру у Аллы Прокофьевны, у Елены Ивановны. Они остаются у нас. А наши, те, кто у стариков оканчивает, их все-таки в основном, они по России. По регионам. По регионам. Посмотрим, как будет жизнь дальше показана.